Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 6, урок 2. Задай множество общим свойствам его элементов. А в данном случае это множество однозначных чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Б. 0, 2, 4, 6, 8. Посмотрим внимательно на эти числа. Множество B будет являться множеством однозначных четных чисел. Четными числами считаются такие числа, которые делятся на 2. В, А, Я, У, Ю, Э, Е, О, Ё, И, И. Посмотрим внимательно на это множество. Это множество гласных букв русского языка, нашего алфавита. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.